Не знаю, что вы делаете вторник вечером, а мы приходим и танцуем. История китайского танца насчитывает более 5000 лет. Как и во многих культурах по всему миру, ранние китайские танцы основывались на религиозных убеждениях, но на протяжении многих лет обычные китайские народные танцы превратились в сложные и красивые постановки, которые стали популярны по всему миру. Сегодня практически в каждом парке вечером вы можете видеть вот такие постановки, в которых участвуют люди среднего возраста и старше, которым нравится так проводить свой досуг. Выйти на улицу, потанцевать. Китайцы делают акцент на идеальной координации каждой части тела, стилизированных шагах и жестах, уникальном акценте на движение под музыку. Европейские танцы, конечно же, отличаются. Такого вы у нас не встретите.